Питомец Дейзи и Поппи. Лошадка, лошадка, лошадка! Лошадка, лошадка! Дейзи, Поппи, быстро уведите лошадок с обеденного стола. Простите, Ваше Величество, но им так нравятся пони в данный момент. Им очень нужен питомец. А пони и вправду милые, хорошие, забавные. У них длинные хвосты, и их можно расчесывать. Дейзи и Поппи так мечтают о пони. Пони, пони! О нет, боже мой! Пони огромные, а Дейзи и Поппи маленькие феи. Нет, пони! Может, принцессам завести другого питомца? Я могу наколдовать безопасного пушистика. Одну минутку. Питомцам нужна забота. Кто же станет за ними убирать? Двойняшки? Будем! Обещаем! Хорошо. Только пусть это будет разумно, няня. Не дракон и не динозавр. Да, Ваше Величество. У меня очень плохое предчувствие. Не волнуйся, дорогой. Няня Плам знает, что она делает. У меня очень нехорошее предчувствие. Вот и мы, магическая библиотека. А теперь поищем книгу о зверях. Тигр? Тигр! Тигр! Нет, большой. Тигр! Змея. Нет, верткая. Верткая змейка. Аллигатор. Аллигатор, аллигатор. Нет, очень зубастый. Аллигатор. Я нашла. Прекрасный зверь. Хомяк. Хомяк, хомяк. Интересно, что же там няня предложила Дейзи и Поппи? Если оно маленькое, то не важно. Спешу представить вам нашего нового питомца Пипина. Скачи, Пипин, скачи, вперед! Крыса! Нет, Ваше Величество, Пипин милый маленький хомяк. Прелесть! Фу! Пипин тебя любит, папочка! Он прелесть, не так ли? Это не то, что я хотел сказать. Думаю, он бы был счастливее, если бы жил не здесь. Хорошо. Прочь, прочь, Пипин. Они милые, если не показывать, что боишься их. Прочь, Пипин. Прочь, Пипин. Прочь. Так, Пипин, добро пожаловать во двор. Это твой дом. Надеюсь, Пипину будет здесь весело. Мы дадим Пипину игрушки. И хомяки любят солому. А можно покормить Пипина, няня? Кушать, кушать. Да. И пить. Теперь Пипин будет как дома. Почему двор весь в соломе? Для вашего хомяка, Ваше Величество. Моего хомяка? Забавно. Двор выглядит как хомячья клетка. Да, очень приятно. А почему он все время бегает? Хомяки любят много бегать. Привет, Бен! Привет, Гастон! Привет! О, нет! Пипин убежал! Как жаль, да, ужасно жаль. Пипин, Пипин! Пипин потерялся. Какая ужасная цепь событий. Пипин ушел, ушел навечно. Нет, мой король, я приведу хомяка назад. Не утруждайся так, Бен. Это не трудно. Эльфы умеют находить хомяков, а я же эльф. Готов, Гастон? Пипин здесь, король чертополох. Жив и здоров. Спасибо, Бен. Надо закрыть клетку, пока Пипин не сбежал опять. Он хоть когда-нибудь спит? Может, когда устанет. И как же заставить его устать? С
спросим у мудрого эльфа. Он знает все на свете. Алло, мудрый эльф слушает. Как нам заставить хомяка устать? Хомяка? О, это королевский хомяк. Нам нужно, чтобы он устал. А, ясно. Вам понадобится колесо. Колесо? И что нам с ним делать? Подождите, я скоро буду. Король чертополох, и где же ваш хомячок? Мой хомяк. Это Пипин. Ой. Пипин любит вас. Очень приятно, да. Подать колесо. Опускай. Господи, куда нам его деть? Оно огромное. Мы заботимся о питомцах, король чертополох. Но он не мой. Опустить колесо к хомяку в клетку. К хомяку куда? Вы говорите о моем замке? Устанавливайте колесо посередине клетки, мистер Эльф. Пипин. Пипин. Пипину нравится! Вы уверены, что это колесо надежное? Достаточно. Хомяки ведь не очень быстрые. О, у вас быстрый хомяк, не так ли? Колесо слишком раскрутилось! Он не выдержит, капитан! Ничего, колесо не пролезет сквозь ворота замка. Мой замок! О, нет! Пипин опять сбежал! Колесо катится к эльфийскому дереву! Нужно предупредить эльфов! Алло? Алло, дорогая, это я. Ты знаешь, что такое хомяки? Да, милый. Это хорошенькие пушистые зверушки. Да. Ты не паникуй, потому что хомяк несется в твою сторону в огромном колесе! О! Он повернул назад к замку! О боже мой, мистер Эльф, мы спаслись, но большое колесо катится теперь в обратную сторону и... Есть хорошая и плохая новость. Какая хорошая! Колесо врезалось в эльфийское дерево, но все в порядке. Ура! А плохая новость? Колесо скоро будет здесь! Всем скорее бежать в башню! Спасайтесь все! Просто не верится! Да, король чертополох, удивительно, правда? Ваш хомяк снова дома. О, Пипин устал. Видите, все сработало. Теперь мы знаем, сколько Пипину бегать каждый день. До дерева и назад. Нет, Пипин уйдет прочь. Но Дейзи и Поппи любят Пипина. Пипин! Мне не нужен питомец в моем замке. Я могу превратить Пипина в другого питомца. Того, кто будет жить снаружи замка. Ох, ладно, няня, пусть будет. Эльфы починили клетку хомячка. То есть замок, ваше величество. Прекрасно, пойду взгляну. Что? Няня! Да, ваше величество. Скажите, откуда солома в моем дворе? Во дворе? Вы имели в виду кормушку? Что? Да, дорогой, ты хотел, чтобы питомец жил снаружи замка. Так что мы вернулись к нашему первому пожеланию. Пони! Как мило! Пони, Пипи! Вперед, вперед, вперед! День без волшебства!
Принцесса Холли, пора спать. Надевай пижамку. Сейчас, няня, Плам. Платьице превратись в пижамку. Волшебно укладываемся и волшебно расчесываемся. Ой, я люблю волшебство. Что бы мы делали без волшебства? Эльфы не колдуют. Эльфы чудаки. Они просто не выносят волшебство. Волшебство! 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 Завтра великий день! А что будет завтра, мудрый эльф? При голубой луне волшебство фей не действует. Не действует? Да, представляете? В этот день с утра до вечера никакого волшебства. Почему? Никто не знает. Но когда луна голубая, волшебство не действует. О, феи без волшебства? На целый день? Вот и утро! Пижамка, превратись в платьице! Ой, палочка сломалась! Папа, папа, палочка сломалась! Моя тоже! Да, и моя тоже! Палочка, палочка! О, волшебства нет! И как же я должен одеться без волшебства? Придется одеваться по-старому, то есть руками. Руками? Тише, мой дорогой, давай лучше решим, как нам быть за завтраком. Ты права, няня Плам, наколдуй нам завтрак. Конечно, ваше величество. Забеди, забеди. Ой, забыла, волшебства же нет. Что происходит? Куда девалось все волшебство? С праздником вас, друзья мои. А? Что? А вы не знали? Сегодня же день без волшебства. О, ну, конечно. Да, я вижу, вы все еще в пижамах. Вы завтракали? Нет. Видите, дети, феи ничего не могут без своего волшебства. Вы пришли посмеяться над нами, мудрый эльф? Да. За это я притащу вас в лягушку. Жду не дождусь. Абракадабра! Как видите, дети, их палочки не работают. Холли, хочешь, мы поможем тебе? Ой, спасибо! Пожалуйста! Праздником вас, друзья мои! Пока! Обычно только стоит взмахнуть палочкой, и ванна наполняется водой с пузырьками. Король, вы крутили кран? Кран? О, так вот зачем эти штучки. Сунь ноги в ботиночки и обуешься без волшебства. А теперь попробуй причесаться. Это весело. Как я должна мыть посуду без волшебства? Сейчас мы покажем. О, спасибо. Эльфы в этом мастера, а мы эльфы. Вот так нужно включать телевизор. И сегодня в маленьком королевстве будет солнечно и светло повсюду. О, замечательно. Смывать нужно так. Как умно. С днем без волшебства вас, мистер эльф. Мудрый эльф, у нас небольшая проблема на фабрике игрушек. О, посмотрим, в чем там дело. Очень странно, эскалатор действительно не работает. Да, мудрый эльф, и не только он. Вся фабрика не работает. Мистер эльф, такого никогда не бывало. О, ну и ну. Это невозможно, мы не можем работать. Что-то я не понимаю, что здесь происходит. Вам стоит взглянуть вот на это. Смотрите, эльфийский мотор сломался. А, эльфийский мотор? Тогда ясно. Что же нам делать? Ну, не стоит волноваться. Не стоит? Но нам же нужно делать игрушки. Да ладно, не беда, устроим выходной. Выходной? Да, отпразднуем день без волшебства, раз уж тут такое дело. Сейчас не время праздновать.
У нас очень большой заказ от очень важного клиента. Клиент может подождать. Скажите ему сами. Алло? Хоу-хоу-хоу. Санта-Клаус слушает. О, Санта-Клаус? А, мудрый эльф, как там дела с игрушками? Жду их сегодня. Да, ваша морозность, без проблем. Как мы можем сделать игрушки сегодня? Нужно починить эльфийский мотор. Боюсь, это у нас не выйдет. Как это так? Эльф может починить все. А мы эльфы! Обидно, но вот только сегодня мотор работать не будет. Может, в нем совсем кончилось топливо? Да, именно. Так заправим его снова. Что в него залить? Бензин или дизель? Нет, мистер Эльф, этот мотор работает на очень опасном топливе. Няня Плам, наколдуй нам обед. Не могу, ваше величество. День без волшебства, помните? Тогда что же мы будем есть? Пойдемте обедать в большое дерево эльфов. Было бы здорово, Бен. У нас много всякой еды. Правда? Тогда мы принимаем приглашение. Там внутри так тихо. Эй, есть тут кто-нибудь? Бен, а почему эскалатор стоит? Я не знаю. Мудрый эльф, что тут у вас происходит? Увы, ничего. Никто не делает игрушки. Ты прав, Бен. Нам нужно сделать много игрушек. Но этого мы не можем. Почему? Потому что у нас не работает мотор. Давайте починим его. Эльф все может. Нет. Увы, Бен, не получится. В эльфийском моторе кончилось топливо. Оу, а какое нужно топливо для мотора? Я вам не скажу. Я должен знать все. Это тайна. Скажи, мудрый эльф, на каком топливе работает этот мотор? На во... во... воде? Нет, на во... во... Что, варенье? Во... вареника? Во... на валенках? Во... волшебстве! Волшебстве! Значит, великий эльфийский мотор работает на волшебстве? Да. Но вы же не феи. Да. Но волшебство не портит природу и никогда не кончается. Только в этот день. Да. Так как сегодня день без волшебства. Должен быть другой способ продолжить работу. Да, конечно, аварийный двигатель. Ну, конечно, аварийный двигатель. Это колесо для хомячков? Это и есть аварийный двигатель. Все эльфы на колесо! Поработаем-ка ногами. Нужен? А нам можно? Прекрасная идея! Но, ваше величество, это дело эльфов, а вовсе не фей. Это общая беда. Утром вы помогли нам, а теперь мы вам поможем. Один за всех и все за одного. Да. Что делать? Спасибо вам всем, друзья мои! Фабрика эльфов снова работает! Ура! Надеюсь, мы успеем вовремя. Да, день подходит к концу. Волшебство вернулось, и наш мотор снова работает. Всем немедленно покинуть колесо. Наконец-то мотор эльфов заработал. Вы хотите сказать волшебный мотор? Теперь мы знаем, эльфам тоже нужно волшебство. Ну, совсем не для того, чтобы одеться. Хотите послушать, как смеются лягушки? Не сегодня, няня Плам. День без волшебства, ты забыла? Мудрый эльф, день без волшебства кончился. Абракадабра! О, чудно, волшебство вернулось. И наша фабрика снова работает. И наш мудрый эльф стал лягушкой. Все снова идет как надо. Ура! Эльфийская подлодка.
Ваше Величество, позвольте представить последнюю игрушку с эльфийской фабрики. Эльфийскую подлодку. Чудесно, превосходно. А она плавает? Плавает ли? Конечно, плавает. Разрешите продемонстрировать. Мы выбрали именно этот день для спуска на воду, потому как на озере нет ни единого судна. Привет, друзья мои! Это Рыжебород, эльф-пират! Йо-хо-хо! Вижу землю! А почему его корабль так кренит? Может, причина в этих сокровищах? Иду ко дну! Покинуть судно немедленно! Проклятие! Мой корабль вместе с сокровищами теперь покоится на дне морском. Досадно. Так вот, как я говорил, это идеальный день для испытаний. Вокруг ни единого судна. Но как же сокровища мистера Рыжеборода? Да, сокровища! Как их вернуть? Если бы мы только могли погрузиться под воду, чтобы поискать их. Ах, если бы! Так вот, вернемся к подлодке. Как я подлодка! Уже... Подлодка! Используем подлодку! Молодец, Бен! Погодите-ка, эльфийская подлодка сделана только для игр, а не для приключений. О, то есть она не может погружаться? Еще как может! Разве что камнем на дно. Нет, не камнем. Ну вот, на то мы порешим. Капитан Рыжебород, наша подлодка в вашем распоряжении. Спасибо, ваше величество. Но... Мне понадобится команда. К вашим услугам, капитан. А можно мне? И мне. Придется и мне с вами. Если что-то пойдет не так, я использую магию. Нет, няня Плам. Никакой магии на эльфийской подлодке. Потому что мы эльфы! А эльфы не используют магию. Да-да, знаю. Арр! 8 реалов! Попка, мой верный друг, ты остаешься здесь. Мистер эльф, стать у штурвала. Так точно! Бен и Холли, пуск двигателя. Так точно, капитан! Мне что делать? О, просто сиди здесь и будь красавицей, моя маленькая русалочка. Мне знакомо это озеро. Я часто здесь ходил. Ты что, моряк? Я был моряком, но теперь уже нет. Почему? Большой злой Барри. Что за большой злой Барри? Самая большая, огроменная, сверхгигантская рыба на всем белом свете. Он съел 9 папиных лодок. Ты потерял 9 лодок? А я думал, я плохой моряк. Я не плохой моряк. Мне просто не повезло, что большой злой Барри такой большой. И злой. Начать погружение, мистер Эль. Есть начать погружение. О, здесь так красиво! Гляди! Куда? Что там? Корабль Рыжеборода! Именем Нептуна это он! Зоркий мальчуган! О, я уж подумал, вы увидели большого злого Барри! Ха-ха! Теперь сокровища снова мои! Достанем их и возвращаемся! Не нравится мне здесь. А мне нравятся все эти рыбы, цветы. И это большое подводное облако. Не бывает подводных облаков, мой маленький друг. Разрази меня гром! Это же рыба! Такая большая! И кажется злая. Это Барри? Он самый большой злой Барри. Он плывет прямо к кораблю Рыжеборода. О боже, он его съест. Нет, мои сокровища. Вы это видели? Он заглотил корабль, как виноградину. Какая досада. Значит, мы плывем домой? Домой? Но мы не достали сокровища. Боюсь, с этим ничего не поделаешь. Не думал, что скажу это, но няня Плам права. Так что, если не хотите отправиться за сокровищами в желудок к Барри, это приключение окончено. Ты права,
мой фруктовый оладушек. Домой, мистер Эльф! Есть, капитан Рыжебород! Кто выключил свет? Здесь стало так темно! Где это мы? О, наверное, заплыли в пещеру. Мистер Эльф мило беседовал, а не смотрел, куда плывет. Мы стояли? Мы, несомненно, оказались в каком-то странном месте. И не носить мне моей бороды, если здесь не творится что-то рыбное. Включить прожектор, мистер Эльф. Есть, капитан. Здесь пахнет рыбой. Ну и запах. Куда мы попали? Там мой корабль. И много других лодок. Это Банти. Большой злой Барри проглотил ее прошлой зимой. И моя старушка Триксибель. И Фифи. И мисс Бубу. Ой, если все эти лодки внутри большого злого Барри, значит, мы тоже внутри большого злого Барри. Черт возьми, здесь сыро и рыбно. Вы правы, мы в брюхе громадной рыбины. Вот откуда запах. Подумать только. Долгие годы я пытался поймать Барри, а в итоге он поймал меня. Как же мы отсюда выберемся? Если нам удастся заставить Барри открыть рот пошире, мы запросто выплывем. Какой ты умный, Бен. Только как мы заставим его открыть рот? Самое время попросить совета. Кто-нибудь, наконец, ответит на звонок? Это не у меня. И не у меня тоже. О, это мой. Алло? О, няня Плам. Что-что? У них есть хорошая новость и плохая новость. Начните с хорошей. Они отыскали сокровище. Ура! Ура! А какая плохая новость? Их всех проглотила гигантская рыба. Что? Они целы? Сейчас спрошу. Моя подлодка уцелела? Вы ее не поцарапали? Послушай, бесстыдник, нам нужна помощь. Как заставить большого злого Барри открыть рот? Кому-то придется поговорить с этой рыбой. Няня знает рыбий язык. А, няня Плам, вы должны рассказать рыбе шутку, чтобы она рассмеялась. А это идея. Невероятно глупая, но все же идея. Каков план? Я расскажу злому Барри анекдот, чтобы рассмешить его. Что? Чушь какая-то. Вообще-то это идея мудрого эльфа. Гениально! Всем вернуться на судно! Готовимся к отплытию! Нужна рыбная шутка. Знаю. Получилось! Не знаю. Похоже, он не понял. Что происходит? Ему понравилась шутка. Вперед на всех пора! Есть, капитан! Рыжебород, эльф, пират и его верная команда вернулись! Это успех! Ура! Ура! Так вы достали сокровище? Нет. А ваш корабль? Нет. Тогда почему вы назвали это путешествие успешным? Ну, мы не в брюхе громадной рыбины! В таком случае поздравляем! Очень жаль, что сокровища утеряны. Они не утеряны! Я знаю, где они, и никто не найдет их в брюхе большого злого Барри. А ведь верно. Разумеется, верно. Моя сладенькая яблонька. Няня Плам, а какую шутку ты рассказала злому Барри? Шутка-вопрос. Где рыбы хранят свои деньги? Мы не знаем. А где рыбы хранят свои деньги? В речном банке. Это совсем не смешно. О, я знаю. Шутка никуда не годится. Но рыбы смеются даже над самыми глупыми вещами. Уж очень маленький у них мозг. Где же рыбы хранят свои деньги? О, я понял. В речном банке. Это же гениально. Рождественские приключения Бена и Холли.
Кто там? Большой народ! Привет, старый мудрый эльф, это я, Санта-Клаус. Санта-Клаус! Почему ты так странно одет? Это маскировка, сверхсекретность и все такое. Я приехал, чтобы проверить, как вы, эльфы и феи, готовитесь к Рождеству. Все под контролем, мистер Санта. Мы сделали игрушки, чтобы вы раздали их детям по всему миру. Кукольные домики, футбольные мячи и плюшевые медведи. Прекрасно. А мистер эльф днем и ночью доставлял игрушки вам на Северный полюс. Чудно, чудно. А что насчет хлопушек? Хлопушками занимаются наши феи. Всем привет! У нас посетитель. О-хо-хо! Точно! Вы же не знаете, кто я. Я в маскировке. Ты Санта-Клаус? Да. Мистер Санта, хотите испытать хлопушку? Ух ты, как громко! Да, няня Плам отвечает за хлопки. Убавьте громкость хлопка, няня. Что? Но чем громче, тем лучше. Вот почему мы собираем хлопушки под землей. Примерю-ка я бумажную корону. Как я выгляжу? Очень рождественский. И в этом году мы приготовили отличные шутки. Что будет, если скрестить кенгуру и овцу? Свитер с сумкой. Папа, это вовсе не смешно. Шутки из хлопушек должны быть не смешными. Поэтому мы и доверили королю написать их. А что с сюрпризом? В этом году мы решили положить телефоны внутрь хлопушки. Крохотный телефон. Он работает? Нет. Это просто кусок пластика. Здесь внизу няня Плам собирает хлопушки с помощью волшебства. А затем мистер Эльф доставляет хлопушки в магазины. Славно! Большой народ забирает их и кладет на полки. Они даже не догадываются, что хлопушки делают эльфы и феи. Отличная работа! А что насчет новогодних елок? Елочные эльфы растили их целый год. Привет! Мы пришли посмотреть на новогодние елки. О-хо-хо! Привет, Санта-Клаус! Классный костюм! Где покупал, если не секрет? О, почему меня все узнают? Так много красивых елочек! Да, елочные эльфы знают свое дело. А мы елочные эльфы! У этой елки есть маленькие окошки. Да, мы живем на большом дубовом дереве. Елочные эльфы живут на большой елке. Все эльфы живут на деревьях. Кто бы знал, почему? Как вы доставляете все эти елки в магазины? Раз в году приходит большой народ и срубает елки. И они даже не знают, что эти елки вырастили мы, эльфы. А что, если они срубят большую елку? Это невозможно. Большая елка слишком большая. Кажется, все в порядке. Спасибо, эльфы и феи. Рады стараться. А мне пора на Северный полюс переодеть костюм. Я не могу развозить подарки в таком виде. Пока! Пока-пока, Санта-Клаус! Да. Где же я оставил сани? Большой народ скоро придет сюда, чтобы срубить елки. Вот и они! Нас не должны видеть. Скорее, прячемся в большой елке. Вы оставайтесь здесь внизу, а я поднимусь наверх разведать обстановку. Закрыть ставни! Все. Теперь нас никто не увидит. За работу! Пришло время срубить эти елочки. Берегись! 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 От них так много шума! Ничего, мы, елочные эльфы, привыкли к шуму.
Это было громко. Кажется, они закончили. Отлично! Они срубили все елки. И даже большую елку. Куда делась верхушка? Большой народ унес ее. Не волнуйтесь, старый мудрый эльф поможет нам. Где старый мудрый эльф? Это вас. О, алло? Ваше величество, это катастрофа. Большую елку срубили вместе со всеми елочными эльфами внутри. Ну, когда ты живешь в большой елке, чего же еще ожидать? Ваше величество, шутки сейчас неуместны. Правда. Почему они не могут жить, как все нормальные люди во дворце? Няня, вам время чая. О, спасибо, королева. От этих хлопушек в горле пересохло. Похоже на шаги кого-то большого. Большой народ идет сюда. Они не должны видеть маленький дворец. О, да. Я придумала. Я уменьшу его. Уменьшись, маленький дворец. Меньше, меньше, меньше. Готово. Если повезет, большой народ не заметит нас. Они уже здесь. Так, где же мои сани? О, что это? Игрушечный замок. Не знал, что эльфы делают такие. Я не игрушка, я королева. Что это за звук? А, ладно, возьму эту игрушку с собой на Северный полюс, чтобы никто из детей не остался без подарка. Мистер Санта! Хо-хо-хо! Взлетаем! О, боже! Вот мы и дома. А где мой замок? Так вышло, что он уменьшился. А Санта-Клаус принял его за игрушку и забрал его на Северный полюс. Что? Ну, когда люди живут в домах, похожих на игрушечные замки, чего еще ожидать? Королева все исправит. Королева Чертополох, у нас тут возникла проблемка, и нам не обойтись без вашей помощи. Где королева? На пути к Северному полюсу. Она уменьшилась вместе с замком. Понятно. Значит, я займусь проблемой сам. Давайте позвоним Санта-Клаусу. А, здорово. Телефон. Выпустите меня! Выпустите меня из этой хлопушки! Еще одна коробка хлопушек? Нужно погрузить ее. Что-то папы долго нет. Я король! О, еще коробка хлопушек. Забавно, мы даже не знаем, кто их доставляет. Застрял в хлопушке. Ну что ж, хотя бы можно позвонить. О, да, это не телефон, это кусок пластика. Выпустите меня отсюда! Ёлки! Последняя партия новогодних ёлок! Ух ты, какая большая ёлка! Свалены в кучу в садовом магазине. Какой кошмар! Северный полюс. Нужно подготовиться к раздаче подарков. Осталась последняя игрушка. Я не игрушка! Я королева Чертополох! Помогите! Выпустите меня! Я королева! Король Чертополох заточен в хлопушке. Старый мудрый эльф заперт на елке. Королева Чертополох завернута в подарок. Что же будет дальше? Присоединяйтесь к нам в следующей серии рождественских приключений. Шпионы! Смотрите, что нам принесли. Приглашение на фестиваль корабликов. Я обожаю фестивали!
кораблики плавают по реке. Музыка играет и танцы. Только вот Мэри Голды вечно смеются над моей лодочкой. Мэри Голды такие воображалы. Ну, может быть, в этом году они не приедут. Алло? О, здравствуй, король Мэри Голд. Чертополох, старичок, ты ведь собираешься на фестиваль? У нас чудесная лодочка. О, да моя лодочка просто высший класс. Правда? Что ж, скоро увидим, пока. Только и умеют, что хвастаться. Наша лодочка должна быть лучше, чем их. О какой лодке идет речь? О той, что ты мне построишь. Я? Поручите это мне. Эльфы лучшие корабельщики, а я ведь... Я построю корабль лучше. Чепуха! А вот и нет. Хватит, все! Неважно, кто будет строить, мне нужен корабль. Ну и что же, мы с вами будем работать вместе. Я знаю, построим две лодки. И пускай король выберет лучшую. То есть мою? Ну уж нет, мою, я же придумал, какой корабль мы построим. О, и какой же? Это секрет! Пойдем, Бен. Ладно, я уже придумала корабль лучше. Какую лодку мы будем строить, старый эльф? Мы построим корабль викингов. Круто! Няня, а какой корабль будем строить мы? Я не знаю. Старый мудрый эльф уже что-то придумал, только это большой секрет. Давайте узнаем его план. Но, няня, это же обман. Да, угадала, Флёр, это чистый обман. На бортах корабля поставим щиты, а спереди голову дракона. О-о-о! А он будет большим? Не слишком. В самый раз, чтобы в нем поместился король. Ну все, феи, пора во дворец. Они делают корабль викингов. Тогда и мы тоже. Это как списывать? Да, Флёр, так и есть. Точно как списывать. Абракадабра, корабль явись! А чтобы выиграть у них, мы сделаем наш корабль больше. Алло? Привет, няня Плам. Как дела с вашим кораблем? Мы уже закончили. У нас чудесный корабль викингов. Что? Это мы строим корабль викингов? Надо же! Будет два корабля викингов. Няня Плам строит корабль викингов. Няня Плам все подсмотрела. Мы тоже так можем. Кто хочет быть шпионом? Я! Эльф Барнаби, ты будешь нашим шпионом. Но ты должен выглядеть как фея. Вот тебе крылья, они на резиночке. Палочка и шляпа, чтобы тебя не выдали уши. Старый эльф, феи поймут, что это Барнаби. Нет, не поймут, я замаскируюсь. Здравствуйте. Привет. Я только что приехал в ваш лес. И я фея. Как твое имя? Мое Барнаби. Ой, нет. Бамбук. И я фея. Ой, в смысле, да. Я фея. Ну, проходи. Поздоровайтесь с бамбуком, фея. Привет, бамбук. Смотри, мы строим корабль викингов. Эльфы тоже строят такой. Только наш больше. Ты не очень-то разговорчив. Нет, но я фея. Ой, то есть... Бамбук, мы с тобой где-то встречались? Нет, но я, пожалуй, пойду. Рад был познакомиться. Пока. Моя миссия выполнена. Я выяснил об их корабле викингов все-все-все. Каков же он? Он большой, больше, чем наш. Тогда мы с вами сделаем самый большой корабль викингов в мире. Да, мудрый эльф! Они тебя не узнали, Барнаби? Нет, я вел себя естественно. Я вспомнила, где видела бамбука. Это же переодетый Барнаби! Эльфы за нами шпионят. Это возмутительно. Но мы ведь тоже шпионили.
Но мы же первые придумали шпионить. Ну вот, эльфы все знают про наш корабль. Раз так, мы узнаем побольше про них. Стробери, хочешь быть шпионом? Конечно! Ты должна выглядеть как эльф. Пока крылья. Привет, ушки! Сразу видно, что это Стробери. Да, нужна маскировка. Чудесно! Здрасте. Здрасте, я тоже эльф, я недавно приехал в ваш лес. О, правда? Ну и как же твое имя? Стробери. Славное имя. То есть Элис. Еще лучше, входи. Этот эльф шпион от фей. Мы наговорим ей кучу всякой чепухи. Ух ты, какой большой корабль. Да, только он еще не готов. Мы приделаем ему ноги. Ноги? У него будут ноги, как у утки. У утки? А драконью голову мы заменим... Заменим головой бегемота. Огнедышащей. Очень интересно. Что ж, рада была познакомиться. Ну, мне пора домой. Мы что, правда приделаем ноги к нашему кораблю? Конечно нет, но пусть она все расскажет няне Плам. Их корабль будет самым нелепым. Вот и я! А, здесь эльф! Нет, это я! У эльфов корабль большущий-пребольшущий! Не беда, наш-то больше! С лапами, как у утки! Ах, вот как! Утиные лапы! И с огромной головой бегемота спереди! С огнедышащим! Выглядит странновато! Может, добавим крылышки? Так лучше! Давайте прогуляемся! Вперед! Что за жуткий шум? Здравствуйте, мудрый эльф! Как вам наш корабль? Он выглядит немножко странноватым. Точно в таких плавали викинги? О, совсем не в таких. Сейчас я покажу вам корабль викингов. Что ж, друзья мои, можно выносить наш корабль. Взяли! Ой. Ну, в чем дело? Корабль не пролезает в дверь. Хоть в лепешку развесим. О, вот это незадача. Полагаю, вам пригодилась бы помощь феи. Да уж. Эй, малыш, принеси. Что ж, надеюсь, что мы успеем его починить. Ой. Приветствую, друзья! Кораблики уже готовы? Да, ваше величество. Что это? Ваш кораблик. Я велел вам построить корабль, чтобы не стать посмешищем. И вы сделали вот это? Да, ваше величество. Кто придумал голову бегемота? Король, это я придумал! А я придумал огонь. А ноги? Это была моя идея. Я придумала крылышки. Я из-за вас стану посмешищем для всей округи. Ох, как мне не терпится увидеть лодку чертополоха. О, а что это за шум? Привет! Так это и есть ваш корабль? Да. А что? Ну, знаю, он... знаю, это... Да это лучший корабль, что мне когда-либо приходилось видеть. Он потрясающий. Что ж, спасибо. И лучший кораблик на нашем фестивале. Ура!